Совсем скоро на старт состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки новые». В новом сезоне приключения неунывающей семейки во главе с Вениамином продолжаются. Спустя полгода Веник не теряет надежды найти сбежавшую Дашу и не без труда занимается воспитанием четырех дочерей Лизы, Дианы, Арины и Сони. Проблем ему подкинут и тети девочек, а также и бабушка с дедушкой и новые соседи. К своим ролям вернутся Филипп Бледный, Виталий Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнаддинова, Полина Денисова, Андрей Леонов, Лиза Арзамасова, Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Нуна Гришаева, Ольга Волкова и другие. Премьера второго сезона сериала «Папины дочки новые» состоится уже в первой половине 2024 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.